Я тоже хочу. Давай, тоже газ подержи, слышишь, сейчас подпрыгну там. Да-да. Я плохо получилось там. Ноги свои, блин, надо на подножках держать и не махать ногами. Въебалась. Да. Ты вот вправо ногой так сделал и прям четко за ней пошла. Ой, влево. Эй,
Ну и что ты там выпендривалась? Поехали, догонит. Блядина нахуй.
Давай, давай, едь просто. Да, конечно. Чего, да, конечно. Все, руль поворачивай, все отлично у тебя получается. Ногу вторую поставь. Назад чуть отъедь, ты у руля висишь, слышишь? Назад жопу, на подножке и назад жопу. Ты у руля висишь, он тебе мешает ходить, мопед. Просто соберись, да. Вот, смотри. Ты выше будешь, вот, смотри, вот, ты выше, у тебя уже удобно. Вот так, вот, смотри, вот так, сядь, тебе удобнее будет. У меня нет 250-ки проблем, у меня проблемы с узким пространством. Давай, пространство, едь. Узкое. Вам не кажется, что мы в какой-то спускаемся в какую-то жопу? Так. Вот сюда, через бревно. А чё ты обратно едешь? Там я пытаюсь. Так вон она ниже, вон там. Хорошо понять, целиком тропу, чтобы на следующий год понимать тропу. Она вниз просто хуярит и все. Так.
Чего, чего? Ты купил же бензопилу, да? Да. Ага. Так давай, давай, я нормально. Я не могу с той стороны, не угодно. Что? Слезай обратно, мопед кинь, перешагнешь через него. Я просто вижу траекторию тут, блин. Прям попасть в приветствую зону. Да,
Так, ну у нас ничего не поменялось. Мы идем на руках. Что там? Четко по подножке, видишь? Ну да. Так я так и определяю, куда ехать. Где деревья покоцаны. Куда? За Женька. Да правильно идем, все нормально. Примерно в ту сторону и надо. Чё? Редкая картина, когда все спускают мопеды на руках. Давайте первый, я потом посмотрю.
кидает. Кто надо, тот и кидает. Сейчас правее она пойти должна. Я вижу ленту, да, вот около поля, а дальше не вижу. Надо взять, то, чтобы бревна прилечь при завал. Лучше его продумать, чтобы пойти чем это. Как-то так, да. Замаскировалась, короче, ты, да? Там не сложно. Тань, дай залезу и буду за трос держать.
За жопу, да, за вот это. Просто придерживай. Угу. Чтобы он сильно не поехал. Давай, впереди, если что. Не надо ничего. Уйди. Оп, отпускай. Слышишь? Я искала. Следующий. Слушай, может быть, мы сразу спустим на вторую? Да там вторая подольше. Мне кажется, здесь вот... Здесь, там, здесь 4 мотоцикла не влезут. Здесь там безопасно станет. Там отрыв, а там отрывная. Только тебе надо с той стороны будет, Танёк. Да, подари, мне ничего не надо делать. Ничего, я просто придерживаю, чтобы ты сюда не упал. Нормально, нормально, идет. Там прям по камню хорошо, но на зацепе идет. Спустись, там приму просто колесо. Просто колесо приму, а ты спустишь его. Смысл? Смысл? Чтобы она туда не пизданулся. И ты не пизданулся с ним. Страховка. Ты лучше стой сзади. Ага. И если что, наклоняй мотоцикл, толкай к скале. Нет. Вот там стой. В районе хвоста. Он тебя прямо вообще на мотоцикле. Там, говорит, давай подкатим, просто спустим его. Не, давай ты не будешь сюда лезть. Убить оттуда нахуй. Нина, уйди. Ты прям вот самое, блядь, не стой под стрелой, знаешь? Просто вот здесь чуть-чуть надо, вот чуть-чуть. Давай, Саня, за переднюю тебе половлю. Блять, держи его за хвост, чтобы он вот, блять, туда не нырнул. За хвост я не удержу, я могу за колесо придерживать. Так, лапки, ножки. Ставь колесо вон туда, со скрибой, да, вот так вот. Еще больше. Там встань поудобнее, вправо-влево не промотай, чтобы оно туда вниз провалилось в направлении. Нет, Саня, не туда надо вот так сидеть, а прямо он ровно вниз. Вниз, что ли? Да, еще туда, вот влево от этого моха зеленого ебаного. У меня все типа тут почти не удерживать. Ой. Пускай? Да. Пускай. Еще проверни вправо-влево. Опа, есть. Фу, блин. Вау!
Держи. Колеса дают на куку? Раз куку и два куку. Все? Да. Есть? Подножка сзади, смотри, чтобы тебе по ноге не жахнуло. Ага. Отпускал. Катить? Это снаг будет у него, да? Да. Готов? Оп, есть. Фу, аккуратненько. Взрыв мозгов. На КТМе на новом здесь и стартер и kill switch. Уже не там стартер и kill switch. Тут здесь, короче. Каев. Первому тяжело, потом легче. Бобры строят плотину. Ох ты! Нужно пробовать, так сразу не сказать. Ой, хорошо. Нормально. Все, я тут вешаю его на этот набок. Отъебанный мотылик. Еще 450 хуже всех здесь. Но. Он пиздец как тащит. 350-ка не тащит, 2Т вообще не тащит. А это прям тащит вперед. Ты даже знаешь, как бревно переталкиваешь, не получается. Просто завел с выжатым сцеплением, а раз. Это диски у тебя походу уже кривые. Давай, давай. Ага. Да,
Короче, я вот тоже всегда топил за эти, за родные пластиковые КТФ-ки, защитные вещи. Они прям охуенные. Все, держишь? Тихо. Все? Все? Да. Подножки аккуратно, ногу смотри. Опа. Все, четко. Вот видишь, короче, вот таких темах прогрессия прямо, ее отсутствие в плюс. Да. А бывает, знаешь, что еще вставаться, такой в земле повис, кстати, по смерть след. Ах, короче, ты... наехала прогрессия, хуй там было, ну что как это, как шлюха, блядь, на этом. Блин, и крутится, да. Эх! Там кран. Кран открыл я уже. Аморт обоссался, все понятно, что он такой. Ага. Почему? Давление, может, ушло куда, еще что-нибудь. Домашние, кстати, особо не кидать, да, вот этот прикольный. Мелкий, и он в ту сторону. Мы так с Коляном, когда ездили в Зинаиде, там вот эти вот обсыпы, короче, в кулуарах. Ты прям его берешь, ну, эту другую, прям долбишь, выпиливаешь полку и спокойно проезжаешь. Иначе ты там пару раз слезнул, и пока его так не вытащишь, ты заебешься в такой край. Короче, проще вот потратить время. Хорошо. Так, тебя страховать или нет? Подожди. Хуй его знает, товарищ командир. Сейчас, подожди, да-да. Мне надо сделать так, чтобы мопед не завалился на бок и не сломал мне подножку. Ну и лапку. Лапки ломать не надо. Я вот ломал, мне не понравилось. Сейчас, подожди, я сзади залезу. Ну если я сзади его буду держать, это не спасет его от падения на бок. Ну ты держи ровно просто. Если его спасет от более мер... А там хер его уложишь, если он тебя поедет. А он поедет сейчас уже. Нет. Все, так аккуратненько просто его придерживай, нежно. Опа. Во-во-во. Да? Тихо, тихо. Шикарно. Там прям ступеньки такие, вжух туда. Прекрасное место. Красиво. Мало доложили. Хотела отъехать и помочь.
не ставь на подножку. Тащить к дереву. Смотрите, вот здесь небольшая траверса идет. Дверь огня, как полянские бы сказали. Оп. Ну вот здесь, наверное, Ну, после того троса. Ну да. Так, стоп, подержись, я вот здесь траву выкину. Пока она выкинула. Так, а подожди, давай... Так же протащить? Колян, не, там может она это, мозги ебать, а давай колесо сюда поддернем. Давай, что мне, ты же заднее держать не дергать? Стоп. Переднее поставь. Я придерживаю, переднее, говорит. Переднее поставь. Я придерживаю. Жень. Я придерживаю тросом. Раз, два, три. Опа. Возвращаем наверх на тропу. Так, держи. Да. Так, теперь жопу закинь. Так, подожди, не закинь жопу. Там камень. Я придержу. Давай вот так сделаем. Раз, два, три. Стой. Еще камень. Стой. Так, теперь я передняя. Придерживайте жопу. Готовы? Раз, два, три. Я придержу колесо. Так. Я держу. Так. Санек, я тут, если что. Саш, вот траверс, видишь? Не, Саня, это плохая идея. Его бы надо было сюда протолкать. Натяг держу. Я чуть-чуть буду травить, а вы чуть-чуть его толкаете. Возьми уже не трос, Колян, не вот она. Поможет, колесо там не поможет. Трос поднимает вверх, а колесо прижимает. Ага. Выпрямляем опять. Я предлагаю отдохнуть. Хорошо. Ничего, красава, молодец. Дай влагу. Пиздец, мне это все, блядь. Ну нормально, кендер вообще, она просто прилипает. Как я думал, сейчас я жопой полечу вниз. Не, нахуй. Нихуя, он... Ни разу не слезал, ни разу. Не упал. Через деревья, вот туда встань. Вон туда. Так, понял, давай, я тут. Смотри. Страховываю. Да, нет.
Вот следующее дерево. Я сейчас поеду, и ты туда иди. Катить может на руках? Да. Нет, не надо, наверное, загрузить. Да, вот уже, наверное, можно. Нет, надо выше доехать, до полки. Сейчас, погоди, тормоз нажму. Что тебе делать? Тебе колесо. Толкай сзади, охуенно сзади. Сзади толкать плохо. Ты его толкаешь и наклоняешься, и пиздец. Самое эффективное — на колесо катить переднее. Не-не-не, мы там охуеем, надо вот сюда. Да в смысле ты едешь, оно в натяг все едется. И мы подталкиваем, мы можем уже вот до сюда доесть. Ну и давай попробуем. Можно она и правая, сейчас я там выберу. Санёк? Я сейчас вместе с тобой понесу. Бля, вот здесь полка, херово вот, это там нет. Может переставку три раза делать, и все нормально. Я, кстати, вот туда, ну давай вот туда сделаем переставку, все, оттуда я уже по-ровному пойду. Сложно ехать. Вот это надо убирать. Вот это вон сюда как раз колесом встанет. Может, переставка? Ребята, я охуею сейчас. Давайте. Может, что-то решать. Я тоже за переставку. Вон давай туда за переставку. Мне просто нужно за дерево какое-то держать, иначе я полетю вместе с вами. Слезай, слезай. Под колесо нога у тебя? Да. Да, под колесом. Опа. Колян, кидай вниз. Опа. Оп. Еще? Колян решил сам кинуть. Ну давайте, раз. Два, три. В, заведу. Может, отсюда зайдем? Да, я и хочу. Я придержу, давай, держи. Отходи. Держи за лямку. За лямку придерживай. Есть. Отлично. Все. Иди так. Так, придерживай жопу. Давай нога под колесом. Станет две огня просто. Еще три мотика осталось. Закатите все. Так, нога под колесом. Надо ехать. Сейчас, погоди. Я вытащить не смогу ее. Сейчас, погоди. Погоди. А, нет, 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 сейчас не надо. Тихо, тихо. Все, все, убирай. Все, все держим. Раз, два, три. Охуеть. Я волнуюсь, что творится. Что творится, блядь.
еще жопу поднимаем. Да. Раз, два. Сейчас, 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 сейчас. Стоп, стоп, стоп. Вместе профиль. Давай, раз, два, три. О! Тихо. Тихо, готов? Тихо, тихо, морду. Морду я морду. Морду, морду. Давай, раз. Два, три. Оп. Надо жопу чуть-чуть выйти, нет? Там корень, смотри, под колесом ходом чуть-чуть. Видишь, прям под этим, под мотором. Нормально, он как раз туда и чик-чик-чик. Сюда и чик-чик-чик. Сань, 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 аккуратно, okay. Давай жопу закинем. Раз, два, три. Все, отдыхаем нахуй. А куда? Протянешь руками? Ну, руки и ноги. Давай. Уходи. Я держу, чтобы не свернуло. Так, отцепляй меня. Ну, что-то да, в этом роде есть. Интересное. Я обосрался тут. У меня, видишь, чего опять наклонять, так бы доехать. Ой. Держите морду, я закину жопу. Держите. Держите. Да. Да. Саня, стой. Тихо, тихо, тихо. У вас что-то, блядь, вообще оно поехало куда-то. Сейчас же морду надо закинуть. Вот сюда надо. Раз, два, три. Так, а теперь все, сейчас газом вытопим. Она вон на камень ебаный стала. Так, а здесь ты ехал или вез? Хуй знает. Ну давай потихоньку, поехали. Стой! Хочу, чтобы у нас все осталось вот на газ сил. Я вот за него больше всего боюсь.
лежат соски. Вот так. Смотри. Да. На самом деле сами было гораздо сложнее. Здесь видишь полка, мы все знаем, как идти, где что будет это. Не, ничего не надо сгребать, просто камни, они скользкие. Да. Прямо и так, придержитесь, не скопился. Отсюда сейчас переставлю его, и туда заедем нормально. Ногу под колесо? Сейчас, Аня, ничего не надо делать так, подождите, давайте я буду просить. Жень, ты просто там чуть-чуть придерживай. Да, да, вот все. Главное. Я не тяну, он просто, ну, держись. На всякий, нога под колесом. Лайфхак 4Т. Иди ты в жопу. Лайфхакер. Так, придержать сверху, а ты придержишь, да? Блин, так на нем кайфово, на моем гораздо сложнее. Не-не, нормально, держи. Дерево чистый, пидорас. Все, там не помогаю, Коль, там заедет. Ну, так там можно просто... Да. Ну да, он там заедет. Должен был опыт, так что пойти, я сейчас не знаю, ничего. Сейчас все, зачем отпускаете? Вот он тут замется просто. Ну хорошо, тогда я придержу. Короче, я обычно это, расслабляюсь. Короче, я просто держу трос, на случай, да, если он упадет. Я на случай, знаешь, ко мне надо завести резко. Хорошо, тогда я просто его держу и иду. От горы чуть отклони. Да, ты прям очень близко. Блин, прости, все. Там еще ехать, до хера. Это у меня, знаешь, короче, на камни сейчас смотрю, у меня вот это вот на камни, на корни, у меня почему-то ку-ку случается. Давнее, Колян!
сбелила. Лови, лови меня. Чип и Дейл спешат на помощь. Это бригада. Не путай. У каждого свой Чип и Дейл, да? А тропинки там нет. Вот она туда идет. Романтическое свидание, да? Говорит, покажу что-то. Да, что покажу. Ага, все. Давай толкнем. Все, не надо. Да? Не надо толкать, если у него есть мотор, ну хуя толкать. Хорошо, давай. О, ты что, ты бледина.
Давай аккуратно, я придержу. Все, я отдых. Ледина нахуй, ёбаная нахуй, сука. Короче, история. Стемнело, нихуя не видно, мы не видим, куда ехать. Походу будем ночевать здесь. Короче, пробуем. Thank you.
подожди. В смысле? Он на тропе лежит, его не объехать. Вот туда оттолкай его за газ-газ. Вверх? Вверх проедь и назад за газик оттолкай. Вырублен свет, значит, у нас. Погасилось что-то, свет у нас погасился. Сейчас надо сделать для крыса. Вань. Так, свет. Свет. Наверное, подъебать надо отсюда. Выбрались на какую-то полянку, но правда только один мотик. Ребята, как дела? Опять в эти спускаемся куда-то непонятно.
Я не вижу, куда ехать. На полке. Мне кажется, она сейчас съедет. Давай жопу потянем. Опа. Ага. Давай на руках его протянем. Нет. Нет? Хорошо. Давай пожмем. Блин, не жало тебе. Так, давай я попробую протолкнуть, чтобы... Куда? Прямо надо. Ну, я еду туда. Вот сюда? Покажу сейчас. Давай, веревку, Женя. Вот, видишь, где я спускаюсь? Вот тут и заезжаем на этом. Буду тянуть, а ты тык-тык-тык, Женя подталкивает. Вот там видно, вот и едет. Хорошо. Да, здесь только на веревке вас. 4Т бук-бук. 2000 поздней. Дай, пожалуйста, да, сейчас. Только смотри, чтобы ничего не упало. Вот, сейчас. Ты хорошо, молодец. Вообще молодцы, выстрелы вообще, ребят. Да я пару раз аж подтолкнула, а так. Ага.
Я больше это бензином дышала. А я вообще это тоже, да. Я там уже. Вдруг вы думаете, что я не дышу бензином? Ну, знаешь, 2Т как-то пахнет не так. Он более такой, знаешь, галлюциногенный. Да. Да. Давай, держи, держу. Накрой так. Да. Смотри, что да. Мне главное телефон не потерял. Лучше вот туда. Это переставить там можно? Блять, сколько. Да, да. Давай, чуть отдых. Как назвать видос-то? Обещал девчонкам ресторан. Значит, ресторан под звездным небом. Хуйня твои тропы, строй жестче, блядь, это пиздец лайт. Лайт ебучий. Даже девчонки едут. Вон. Но правда мы уже... В темноте, даже в темноте Даже в темноте едут девчонки. С айфоном в руке в одной. Ай, блядь, да. Сигарета, айфон, вообще не напрягаясь. Жалко, что не курит. Жалко, что аккуратно. Ага. Ну это правда, почему? Ну мы. Потом мы посмотрели все дружно, что здесь делать волосы. Да. Да. Ну стрессовая ситуация сейчас, да. На самом деле, я вас уверяю, если почистить спуск и поехать ее, короче, ну почистить спуск, потом вернуться. И поехать ее потом уже как бы вот, зная куда ты едешь, что тебя ждет вообще, она залетится в гугу. Да блин, спуск нормально, а вот, хотя в принципе траверс ему почистили, вот он эти все, вот эти все дела тоже без проблем, мы просто уже отжатые сюда приперлись, вот стресс. Давай, Сань, тихо ты, блин. Давай, переставляем, я уперусь. Я уперусь. Так.
Да подожди ты, что у меня, блядь, координация нихуя. Нет. Здесь, хорошо. Вот, все, сюда переходим. Сейчас, погоди, я попробую. Ногу снять. Блядь. Ногу снять. Я снимаю. На страховочку. Отлично, отлично! Туда тяни нахуй! Нет, Нина, отслабь! Не надо натягивать! Давай я руками морду поставлю. Не надо, погоди. Ты тянешь его на себя, да, и он мне падает на руки, я вес держу его, а так я его выставляю, чтобы он стоял на, под собственным весом. Так, давай чуть-чуть аккуратненько проходим. Подожди. Там или вместе?
вместе. Я выйду здесь, наверное, да? Ну, поехали. Да? А, все, окей. Если что, кричи. Да, да, не надо. Оставь. Хорошо, все. Отлично. Ставь силы.